Не, ну женщинам не хочется, конечно, быть затоптанными. Хотят они подниматься, и я лично только за. Это хорошо. Пускай женщины будут. От этого много пользы. Во всяком случае, они мужиков-то не топчут. Если мужик крепкий, ты его фиг затопчешь. Поэтому, ну, пускай, пускай. Это даже интересно, хорошо. Я с улыбкой, забавой на это смотрю. У нас вон в доме какие интересные есть. Одни прически что стоят.